И всем привет, сегодня мы с вами поиграем на одном блоке. И мы с вами его сейчас ломаем. Ломаем. Открывающая квадратная скобка. И будем вот так постепенно ломать. Один, просто ломаем и пока все. Ну, в принципе, два, это нормально. Открывающая квадратная скобка. Сейчас ломаю. И вот я за кадром построил вот такую площадку, и мы продолжаем ломать блок. Так, здесь у нас вот так. Так, нормально пока. Так, вот это надо быть аккуратней. Так, все, она отошла, можно ломать. Сейчас я еще чуть поломаю. И вот так я продолжаю ломать, и у меня уже здесь получился целый зверинец. И поэтому я решил сейчас вот так перекрафтить все, ну вот эти вот, хотя бы эти доски. Так, это тоже. Из этого сделать верстак. Поставить его куда-нибудь вот сюда. А из этих досок сделать что-нибудь нормальное. Допустим, вот сюда. Допустим, вот сюда, вот так мы сейчас построимся. И еще сейчас мы посадим одно дерево. Так, вот так вот. И вот у нас уже есть еще два дерева. И продолжаем спокойно ломать. И уже наступила ночь, я все ломаю, пошел дождь. О, новая фаза, кстати. Ну, а пока расскажу чуть-чуть о острове. Пока мы посадили там два дерева, здесь верстак скрафтили, и там вот сундуки. И, кстати, я еще вот столько вот всякого лута из сундуков набрал. Так, окей, вот все пока хорошо. Сюда хлеб пока, ну, саженцы чуть попозже. О, в смысле, а почему сразу железо? Мне даже камня они мне не давали. Ну ладно, сломаем. У меня такой вопрос, камень здесь начнется или они мне такие железо будут подсовывать, которые я даже сломать не могу. Ой, ё-моё, ну вот что эта корова тут ходит? Ей что, делать нечего? Сейчас еще овца. Нет. Загон точно нужно строить. А то зверинец этот не мешает. Ну, его здесь вообще не должно быть. Да ё-моё! Это какое-то проклятие. Сейчас я камень где-нибудь найду. Я нашел камень. Я сделал генератор булыжника. И теперь вот так буду добывать пока что камень. Хотя бы на кирку. Окей, давайте сейчас скрафтим новую, хотя бы уже другую обнову себе скрафтим, так скажем. Так, палочки. Крафты, кирочка, вот, наконец-то. Теперь у нас мы можем покупать, точнее, железо. Но не издеваются, я сделал кирку, они вот железо сразу все убрали. Ну ладно, в принципе, я не против. Ё-моё, почему? Откуда он там вообще? Он не должен был появиться. Я же его толкал. Ну вообще, да не было то, что я его толкал. Ну окей, я просрал всех своих животных. Ну ничего, продолжим копать дальше. Угу, понятно, мне вообще куда-то на голову этот гравий скинули. Что это вообще такое? Ну что вот здесь? Так, это сундук или что, я не понимаю? Это или какая-то... понятно, намек на стрелы.
Намек это то, что стрелы, типа там нужно будет сражаться в этом уже. И поэтому пока вот. А здесь что? Картошка и железный меч. Так, сейчас нужно вот чуть очистим. Вот так чуть очистим. Ну, в любом случае, мне меч, думаю, не понадобится. Сейчас такое после этого сундука, что-то такое. Ну, там монстры всякие пойдут. Чешуница. Ой, там стрелы еще были. Не кажется ли, там целый комплект будет? И это первая часть, но мы здесь пройдем Майнкрафт. Это первая часть, и поэтому мы пока спокойно добываем. И ну и на этом, то, что это уже последний сундук, мы, пожалуй, заканчиваем. Всем пока-пока. И мы дошли до второй фазы. И в следующей я планирую дойти уже до третьей. Всем пока.